воскресенье вечер, друзья. Давно мы не ели суши, подумалось нам со Светланой, и мы пошли вот в этот ресторан. И вот есть такой iPad, на котором, значит, можно зарегистрироваться. Вот Светлана сейчас и пытается это сделать. Значит, работает система так. Во-первых, есть меню, тут можно пальчиком заказываешь, и оно вот прям сюда прибегает таким быстрым ходом. Вот. А есть такие, которые просто идут. А вот, кстати, там, видите, плывет. Ну, не к нам, вот к ребятам приплыло мороженое. Вот. А здесь тоже смотришь, чего идет. И работает таким образом, что тарелочки, вот эти зеленые тарелочки, они потом подсчитывают, их скидывают вот сюда в щелку, и вот потом подсчитывают денежку. И когда ты скажешь потом вот на красненькую, видите, красная кнопочка, чекаут, оно, соответственно, все посчитается. Вы видите, иногда проезжают такие, как бы, знаменосцы на красной тарелочке, они объявляют, что за ними идет. Но в данном случае объявили, а дальше пустые. Здесь тоже Хоккайдо Биг Скаллоп. Ну, эти скаллопы, вот они идут. Вот они идут, и тут двое. Если хочешь взять, например, то так тарелочку поднимаешь, крышка откидывается. Ну, вот я скаллопов не хочу, а вот тюну съем. Вот говорят, тюна, пожалуйста. А мы ее раз, эту тюну, и съедим. Вот, возьмем и съедим. Видите, вверху нашего табло, значит, он подсчитывает, сколько мы тарелочек съели и сколько времени осталось, пока придет наш суп, который мы заказали. Знаете, я на ваших глазах, друзья, возьму одну тарелочку и так ее сброшу. Вот, пожалуйста, не успели сбросить, уже 8. Все происходит очень быстро. Все тарелочки в одну цену, по 2 с половиной. Это, конечно, большое удобство, иначе тарелочки нужно было бы иметь разные и считать уже не только сколько тарелочек, а, допустим, какой коэффициент у каждой тарелочки. Дело в том, что некоторые будут по 3, некоторые по 2, некоторые по 1. Да. Поэтому стоимость все равно варьируется. Ну, они как-то умудряются сделать так, чтобы было 2,50. Могу сказать, что суши здесь в половину меньше, чем в любом другом месте, где делают и суши. И рыбы там мало, очень. Так. Да, ну что, будем высматривать, что там еще. Вот, друзья, был сигнал, что идут супы. Опа-на! Вот такие супы у нас. Надо сказать, что супы красивые, богатые такие супы. Я чувствую, тут суп целая еда. А мы уже подъели. Ну, посмотрим, что получится. Ну, сказать, что очень вкусная еда, нельзя все-таки. Так. Но технологично, и это прикольно. Да. Мы пришли сюда больше, чем 2 часа назад, и там на стене мы еще снимем это, вот где мы сняли, да. Нужно было зарегистрироваться. Мне тут же на мобильный телефон пришло подтверждение, что наш заказ принят, и что нам нужно ждать примерно столько-то. И потом, когда мы уже ехали сюда, пришло подтверждение, что мы должны уже быть здесь. Мы приехали, ждали еще минут 20 или 30, наверное. В общем, короче, 2 часа от момента регистрации, да, до входа в ресторан. Да, хотя было сказано, что там уже 1:40, но назад. Ну, они предполагали, да. Да. Но еда не впечатляет совсем, не то, что она такая вкусная, но прикольно, что она приезжает, да, уезжает. То есть, скажем так, если бы исключительно из-за еды, то не стоило бы, наверное, но мы первый раз, мы не знали. Самое главное, что мы специально делаем это для вас и снимаем для вас видео. Вот, пройдет какое-то время, и вам будут вот так же подавать в других местах еду. Будете брать с полочки и считать тарелочки. Вот. Технологии движутся. Да, вот это